Где полковник Рукс? Джеймс, в этом нет смысла. Коттон Маус 4-1, говорит Коттон Маус. Вы направитесь на полигон Вашингтон. Приготовьтесь к сбросу, прием. Ты слышал, Джеймс? Эти особи — это чудовище. А испытательные полигоны — это семейные парки. Они это делают каждый день. Их не остановить. Я остановлю их. А потом вы скажете мне, где нахуй Рукса. Один-один. Вопрос. Группа подавления на позиции? Проверка завершена, Коттон Маус. Испытательные группы могут приступать. Приготовиться к операции. Группы на позиции. Принято. Операция ловушка одобрена. Вас понял, Ред Краус. Ему конец! Особь уничтожена! Отпусти меня! Давай!
позицию и открыть огонь по главной цели! Вас понял, Коттон Маус. Переходим на позицию для атаки. Берегись. Это Мака-1-3. У танка граната... Ладно. Думаю, они получили урок. Отец! Джеймс, ты был в парке? Ага. И ты их остановил? О, еще как остановил. Отец, все хорошо? Идем. У нас много дел. В Нью-Йорке 10 тысяч солдат Черного Дозора. И кто знает, чем Гентек занимается в этих лабораториях. Надо от них избавиться. Вы ему верите? Даже не знаю. Но могу сказать, Джеймс, если Алекс Мерсер хочет перебить весь Дозор и Гентек, туда... Я за него. А как же Бог? Он не против? Я сам с ним разберусь. И где мне найти Рукса? Мы с друзьями использовали терминалы Blacknet, чтобы находить людей для получения информации. Блин, вот уж не подумал бы, что вы из анархистов. Чем конкретно вы занимались до церкви? Ну, мне пришлось вести много татуировок. Все понял. У меня есть имя. Доктор Сандра Биллингсли. Си, она ведущий следователь в Гентек. Ты точно приближаешься к Руксу? Я разыщу ее. Сандры будут незваные гости. Мы вас сегодня не ждали. Боюсь, некогда болтать. Вы должны были доложить 24 часа назад. Вы не получили сообщение? Я жду результатов воздействия на семью Суарес. Оба родителя погибли, но у детей проявляются удивительные последствия вируса.
Ах, да. Дети с четвертой стадии рака печени. Да. Это вы к чему? У них тут полный бардак. Ну, зато я знаю, куда черный дозор тащит людей. Рукс лично контролирует многие операции Гентек по захвату и испытаниям. Если ты проберешься в этот комплекс, наверняка узнаешь, где Рукс. Это уже какая-то пустая трата времени. Отец Гуэра, я в лаборатории. Хорошо, слушай, Джеймс. На базах Черного Дозора и Гентек биометрические системы безопасности, сканирование радужки, кровь, все такое. Пробраться внутрь нелегко. Спокойно, отец. Все проще, чем вы думаете. Можно ключики. Доступ разрешен. Главный ученый, доктор Дженовеза. Поглядите-ка, вип-персона у нас. Чтобы покопаться у него в голове, нужен доступ в это помещение. Использовать удостоверение на соседнем компьютере. Наверняка там есть координаты. Это не тот случай. Я у компьютера. Что мне нажать? Сначала нужно... Нажимаю красную кнопку. Черт, теперь экран вообще вырубился. Поломался. Окей, нажми клавишу Alt. Alt. Alt? Здесь нет кнопки Alt. Есть чертова изогнутая кнопка. Чертова кнопка с треугольником. Что это вообще за клавиатура, блин? Джеймс, успокойся. Там должна быть кнопка с голубым квадратом. Ладно, это ближе к делу. Вызываю кадровую базу. Рукс, штаб Черного Дозора. Есть координаты. Не забудь выйти. Да, да. Т-1,
Терминал 4 активирован без присутствия оператора. Пожалуйста, вернитесь на станцию и отключитесь по всем правилам. Отвали. Ненавижу компьютеры. Джеймс, не знаю, зачем я это говорю. Мне стало известно, что Рукс скоро соберет закрытое совещание в штабе. Пора бы заглянуть к нему в гости. Послушай меня, будь осторожен, Джеймс. База в повышенной боеготовности. Тебе понадобится военная маскировка, чтобы пробраться внутрь. Все будет в порядке. Внимание! У нас новый приказ. Гентек готовит рискованные испытания с новыми протоколами по зараженным и гражданским. Значит, трупов станет больше. Это секретные данные. Срочно отправляйтесь к доктору Шаффилду. Он даст вам координаты. Свободны. Ты сделал с Руксом, что необходимо?
Гуэра, я в полевом штабе. Какой-то Шаффилд проводит эксперименты на людях. Я знаю этого человека. Он работает с Беллами, вводит людям зараженную ДНК. Ты должен их остановить, Джеймс. Со всеми учеными, которые замешаны в этом. Как ты говоришь, нужно разобраться. Это я умею. Нед Краун, Джеймс Хеллер в лагере Джулия. Повторяю, Джеймс Хеллер здесь. Боже мой, что же делать? Быстрее, быстрее! Куда нам бежать? Здесь враг. Охранять исследовательскую группу. Шеффилд, это Вайпер 2-3. Зараженный враг тут срет наших ученых. Что? Остановить врага. Эта группа нам нужна. Беллами, это Шаффилд. Зараженные захватили лагерь Джулия. Эта группа важна для нас. Она необходима для первой фазы. Знаете, Рукс, ощущение, что мои мечты сбываются. Что ты такое несешь, Сэмюэлсон? Чего добился Гентек? Возможности проводить опыты на живых людях. Эти лагеря беженцев – огромные чашки Петри. С ума сойти. Чем бы дитя не тешилось? Беллами, это Мака. Группа Соломон. Они все погибли. Что? А за что мы вам платим? Шаттлд, как слышно, где вы? Я в полевом лагере. Умирайтесь оттуда! Я посылаю к вам транспорт для эвакуации. Молить, чтобы я первым туда не добрался. Иду на перехват. Черный дозор, это Беллами. Мне нужна бронемашина для доктора Шаффилда. Говорит Вайпер, срочно приготовиться к эвакуации Шаффилда. Нет, не срочно, прямо сейчас. Шаффилд необходим для работы доктора Берка. Вас понял, срочно. Это Ред Краун. К вам направляется броня. Будет через минуту. Прием. Торопитесь. Давайте, доктор, вам сюда. Вы все испортили. Больше половины ученых Беллами погибли. Не беспокойтесь, в городе полно лабораторных крыс. Мы вам еще найдем. Вайпер 3-4, это Вайпер. Срочно проследуйте с доктором Шаффилдом в зону Индии Зулу-7. Учтите, на территории неизвестный враг. Данные отсутствуют, прием. Вас понял, Вайпер. Мы тут задницы его прикрываем, так что пройдем. Вайпер, это Вайпер 3-4. У нас неопознанный враг. Прием. 3-4, огонь! Повторяю, огонь! Вайпер 3-4. У нас неопознанный враг. Прием. 3-4, огонь! Повторяю, огонь!
Давай перевесить. Вайпер, эта тварь нас убивает. Нам нужна помощь. Срочно! Боже! Не убивайте меня! Извините. Простите! Вероятно, полученные данные о действительном ущербе гражданским от вооруженных образцов просто бесценны. Доктор Шеффилд, если вам нечего сказать по сути дела, советую закрыть рот и больше его не открывать. Простите, мисс Галловей. Ага. Кстати, я тут кое-что слышал о первой фазе. Знаете, что это? Я этим займусь. Сержант, видали, как старик развалился? А я записал. Ты же знаешь, это против правил. Давай сюда. Thank you.
Полевая запись. 255 дней назад. Паттерсон, шевелись! Они тебя догоняют! Вот сука! О, боже мой, ты же его застрелил! Ты своего застрелил! Капрал, выведите гражданского отсюда. Это доктор Кулич. Мы получили зараженную особь. Доставим в лабораторию для изучения взаимодействия с подопытными. Прием. А если я выпущу это на вас, жалкие трусы, а не на мирных жителей, как вы тогда запоете? Ненадолго. Вас понял. Транспорт уже в пути. Прием. Замки на клетке сломаны. Особь вырвалась. Огонь! Не стреляйте в особь. Она стоит больше, чем вы все вместе взятые. Ладно, веселью конец. Останови его, пока тут не выросла гора трупов. Ну и как тебе это?
это не знает. Блин, нельзя так. Таких надо усыплять. Осторожно, капрал. Если кто-то из начальства услышит, придется вам, так сказать, сменить карьеру. Да мне насрать. Я здесь, чтобы в людей стрелять, а не в сраных мутантов. Достойное мнение, полагаю. Не забыли надеть маску. Внимание вирусом Мерсера. На 3,4%. Это желтая зона. Высший выбор. Вас любят и вы не одиноки. Но, пожалуйста, не задержите вас. Я не могу сейчас. Ясно? Радиосообщение. 255 дней назад. Оставаться за баррикадами. Если перейдете баррикады, мы откроем огонь. А, черт, вот они полезли. Их предупреждали. Огонь! Огонь! Вайпер 2-1, как слышно? Рукс, он, кажется, думает, что я свой. Вайпер 2-1, говорит чекмейт. Чекмейт. Эллер с дуру разворошил осиное гнездо. Гентек расширил программу вооружения. Принято. Приказы. Защитите комплекс любой ценой. Если Хеллер вдруг там, убить. Вас понял. Джеймс, у меня есть информация об экспериментах над людьми. Они вводят заключенным какую-то сыворотку из зараженных чудовищ. Уже этим занимаюсь. Сейчас проверю. Тебе, наверное, придется... переодеться придурком из Черного Дозора. Я на этом собаку съел. Всем отрядам Черного Дозора. Это доктор Тед Беллами.
директор научного центра Long Shadow. У нас введена процедура полного биометрического контроля, включая отпечатки пальцев и скан ДНК на входе. Вас предупредили, чтобы у вас не случилась припадка, когда мы вас будем сканировать. Уже много курил. Пусти меня! На, получай, хрен моржовый! Почему мне говорят, что гидра мертва? Видим объект! Он тут все разносит! Своими танцами будете заниматься потом. Погибли месяцы работы. Убить его! Убить сейчас же! Как меня задолбала эта форма! Черт, это все упрощает.
доложите обстановку. Неизвестный объект ушел, сэр. Его нигде не видно. Черт. Ладно, оцепите периметр, пока не приедут чистильщики. Хотите переселиться в лагерь беженцев? Берг, это Беллами. В комплексе катастрофа. Враг уничтожил гидру и... Спокойно. Мы получили достаточно ДНК гидры, чтобы закончить первую фазу. Мы почти готовы перейти ко второй. Он убивает моих людей, Берг. Я следующий. Тут уже небезопасно. Мне нужно убираться. Я поговорю с Руксом. Посмотрим, что можно сделать. Вторая фаза, да? Вторая фаза чего? Полевая запись. 111 дней назад. У меня все получилось. Это мелкая ошибка. Ваша ошибка сейчас нас сожрет, доктор Арчер. Когда оно появится в дверях, я его нахер сожгу. Нет, вы не посмеете.